День 6 августа 1942 года в истории деревни Лесники самый страшный. Немцы сожгли 99 домов и погубили 81 жителя, среди них 18 детей. По официальной версии, фашисты мстили за смерть своего офицера, который погиб недалеко от этой деревни в перестрелке с партизанами. Спустя 15 лет в память о страшных событиях 42-го в центре деревни был установлен памятник, а вокруг него были посажены 81 дерево. С того времени каждый год накануне Дня Победы, в День Независимости и в День Трагедии здесь проходят митинги. Этот памятник, он ценен не только жителям деревни Лесники, жителям Ходоровска, но и в целом Елицкому району, потому что он хранит память о погибших людях. Ежегодно сельским исполкомом проводятся определенные работы на данном памятнике. Подчищаться, подкрашиваться. Вот в этом году, благодаря Лицкому райисполкому, выделенным денежным средствам, мы проводим косметический ремонт памятника. Он будет завершен к 1 мая. Этому благодарные вот очень люди деревни Лесники приходят, смотрят на проводимые работы. Как бы они поняли, что их не забыли, что помнят. Они это и знают, что их не забыли. В год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков памятник в деревне Лесники преобразится. Сейчас здесь ведутся ремонтные работы. С 15 апреля на объекте ежедневно можно видеть специалистов Лицкого ремонтно-строительного предприятия номер 17. На обновление памятника и благоустройство территории возле него из районного бюджета, согласно госпрограмме по увековечению погибших при защите Отечества и сохранению памяти о жертвах войн, на 2015 и 2020 годы выделено 12 тысяч рублей. Полностью сбивали краску, побелку, все, что произведено было. Это первоначально. Потом шлифмашинкой всю полностью краску. Вот. Потом грунтование памятника, чистка памятника. Вот. Дальше произведены были работы штукатурка, клеем подтягивали. А теперь производим откос, ну, наверху возле памятника, а потом уже покраска, ну, как говорится, вот цоколь все полностью, ступеньки, благоустройство вот делается. К 1 мая строители должны завершить все работы, а уже 4 мая у памятника соберутся участники традиционного на Личине автопробега по памятным местам, связанным с Великой Отечественной. Представители местной власти, сельчане и школьники, чтобы вспомнить о военных событиях и почтить память замученных немцами. Как и каждый год, к подножию памятника в Лесниках будут возложены венки и цветы. Придут сельчане сюда и в День Победы.